like a final. I mean, it's a tie series. They play tough. We shoot the ball pretty poor, and also threes, also free throws. We're not gonna be like that. We're determined. We're decisive. We know what we have to do and we're gonna do it tomorrow. Сегодня прилетели ночью, с утра отдохнули, вечером прошли свои моменты, разобрали видео, конечно, и уже завтра готовимся. Мы разобрали моменты нашей защиты, где мы допускали ошибки, позволяли Нижнему Новгороду отдавать легкие передачи вниз, и поэтому они находили свои какие-то броски, как из-под кольца, так и трехочковые, поэтому сделали акцент на это, чтобы не позволить сопернику уже в третьем матче так легко проходить.